Согласны ли вы с Путиным в том, что помимо негативных процессов сейчас происходит оздоровление российской экономики? Близко даже никакого оздоровления нету. Мы находимся в болоте и потихонечку продолжаем туда погружаться. Я считаю, что Владимир Владимирович наш большой молодец, и он все говорит правильно. Даже если у нас что-то не так, он настраивает людей на позитивный лад, чтобы мы совсем не унывали. А как мы знаем, что русский народ унывать вообще не умеет. Сейчас спад, который все знают, с которым я каждый день сталкиваюсь на работе. Экономика сокращается, людей много увольняют. Ну, раз Путин сказал, что экономика у нас будет расти, будем надеяться на лучшее. Мы верим в него. Пока оздоровления, честно говоря, никакого не видно. Если он, наш президент, видит ее сверху такой, ну дай бог, это бы очень хорошо. Я ее такой не вижу. Исходя из реалий, которые я наблюдаю из жизни своих друзей, родственников, все уже стали ограничивать себя во многом даже необходимым.